копилке у хора мальчиков и юношей «Орлята» еще одна победа. На этот раз в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который проходил в Нижнем Новгороде. Юношеская группа завоевала звание лауреата второй степени. Валентина Палкина подробнее. Слышали деды, война началась. Всероссийский хоровой фестиваль, в котором участвовали и «Орлята», это масштабный проект, приуроченный к Году культуры и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В Нижний Новгород собрались 22 детских хоровых коллектива. Это лучшие хоровые коллективы всего округа, которые стали победителем в региональных конкурсах, хоровых конкурсах в своих регионах. И мы выступали в хоровом колледже имени Льва Константиновича Сивухина. В окружном этапе юношеская группа хора «Орлята» завоевала звание лауреата второй степени. Крупнейшая всероссийская акция направлена на сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства, популяризацию лучших образцов хоровой музыки. Мне кажется, порою, что солдаты... Исполнять песни о войне всегда трудно, а молодым особенно. Это обращение ко всем оставшимся на полях сражений «Орлята» особенно полюбили. Надо все пропускать через себя, надо представлять, как будто там был, чтобы передать полностью эту атмосферу. И чтобы зритель понял, как это было. А впереди у «Орлят» новые репетиции, концерты и поездки на фестивали и конкурсы. Валентина Палкина, Владимир Подлевских, «Вести Киров».